первые 5 дней, да, в Казахстане пират собирает $1 миллион. Да. Это был рекорд, то, что в такие короткие сроки такая сумма, да. Меня еще никак не торкнет. Меня вжало в сиденье, я офигел, рот, там, челюсть отпала. Все, мой любимый режиссер. Стали платные туалеты в Алатау. То есть стали там люди пропускать, охранники людей за вдвое дешевле. Да. Ну и ушатали кинотеатры. 1200 человек в кино проходит. Всего лишь. Каждый фильм, который выходит на территории Казахстана, должен быть озвучен на казахский язык. Нету этих денег, чтобы выкладывать там, по 100 тысяч баксов на каждый фильм. Надо снять такую нормальную народную комедию. Смешную и дешевую. Самое доступное развлечение для людей, да, оно просто перестанет существовать в Казахстане. В Штатах фильм не выходит на 9 через месяц после проката. Такой политики нет. Это политика только на территории СНГ. Опять-таки она была сделана для того, чтобы бороться с пиратством. Скажу, Мануилов, я кино припер. Ага. Вот. То есть, ты мне что скажешь? Ну, давай. Давай посмотрим.